13 детей после взрыва в Новокули доставлены в детскую республиканскую клиническую больницу. В основном с ожогами, переломами и нейрохирургическими повреждениями. Навестить маленьких пациентов приехал председатель правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов. Он принес ребятам фрукты и подарки. Пообщался с родителями, узнал историю каждого пострадавшего. А живешь где? На могиле. А в городе живешь? Да. А там что делал? Я на велике катался, там работали. На велике катался. А как, что случилось, ты помнишь? Ехал. Что? Я волной снесло, я не понял, что упал на землю. Дальше. Пострадавших в тяжелом состоянии отправят бортом санавиации в Москву. Всего 17 человек, среди них четверо детей. Абдулмуслим Абдулмуслимов поблагодарил врачей за добросовестный труд. Большая часть медиков, узнав о трагедии, сразу приехали на рабочие места в детскую больницу для оказания помощи. 90% все врачи уже здесь были. И здесь оперативно всех вот сортировали, все, что нужно было делать. А моральное состояние, как у них, я думаю, что хорошее. Начиная вот Татьяна Васильевна уже два вот председатель правительства, когда вот такое внимание со стороны Минздрава, правительства, со стороны главы республики, конечно, это приятно и очень это способствует быстрейшему выздоровлению.